Всем привет, с вами я, Артвас, и сегодня нас ждет матч тура 100%, как минимум по названию, потому что это марка Артвас. Это дерби питерское, двух лучших друзей, и сегодня я должен его опять разъебать. Уже какая будет победа подряд, шестая там или какая, но это не суть. Самое главное, нам не потерять очки, хотя бы два уже будет хорошо. Против Владика... А 3 будет вообще великолепно, потому что, как я понимаю, мы в ситуации плачевной. И для начала я покажу свой состав, чтобы вы удостоверились, то, что все хорошо. Расцветали яблони и груши, сейчас Владик получит за щеку. Сейчас посмотрим, какой у Владика состав, чтобы ему за щеку, блядь, дать. Ну... Ладно, по рейтингу у меня, понятно, лучше, потому что у него два серебряных игрока. Он поставил Барака и Аспиликуэта. Не стал ставить Баха, хотя я ему советовал Баха. И у меня, кстати, задание, знаете какое? Уебать с центра, я еще не пробовал. Блять, я низом ударил, ладно, похуй. Ой-ой-ой, тихо. Тихо, я вообще что-то... Что-то я потерялся в плане это. У меня все лагает. С центра, да, бить смысла нет, потому что, ну, скорее всего, не залетит. Ебать, вот это, конечно... А, это что такое вообще? Ой-ой-ой, это что такое? Это что мы напривезли себе, блядь? Это что такое за привозы? Это что? Это не засчитано? Конечно, не засчитано. Очевидно, очевидно, не засчитано. И мы чуть, блядь, второй себе не привезли в этом турнире. То с Валеры, то сейчас. Что за позор вообще? Эй, блядь, не ударил голом через себя. Что происходит, блядь? Я его отправлю, смайлик этот. Я нихуя не понял, что произошло, блядь. Я давал на Холланда, отлетел от пятки. Я хотел ударить, нажал на пас, отлетел от Холланда, и он уебал ножницами, блядь. Что происходит? Так, ну мы даем на Горинчо. На Холланда и не добежит. Не добежит Холланд, но ладно. Хорош Ромеро. Ромеро хорош. Так, нам некого заменять, скорее всего. Ну, он куда-то далеко. Далеко он куда-то пнул, блядь, свой угловой. И мы вроде как от ворот. А, нет, угловой, еще один. Еще один угловой. И Холланд, выиграй, пожалуйста. Пожалуйста, выбей нахуй. Спасибо, спасибо, Решфорд. Решфорд тоже, кстати, выиграл. Но тут уже свистит. С центра он не пробует, потому что несправедливость от ФИФы, конечно. Такой голясу пропускать, это очень не круто. Так, и с какого-то перепугу штрафной, который он сейчас будет говорить: я умею бить штрафной. Но, надеюсь, мне повезет. Потому что здесь очень далеко. И, конечно, 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 я успел за защитника зайти. Беллингол. Винисиус Джуниор. Спокойно, Дисаи. Хорошо. Ой, хорошо, как... Ой... Эй, зря я отдал передачу, ебать. Зачем я отдал передачу, хотя я мог забивать, в принципе. Ой, хорошо, Куман. Ой, Куман, молодец. Ой, Куман, красава. Хорошо, ФИФА на моей стороне. Ой-ой-ой, туда, ой-ой-ой, туда, на Кантану, ой-ой-ой. Ой, ой-ой-ой, Кантана, ой, дубль, говорю, блядь, первый голяса от Кантаны. Хорошо, ну нет, тут, ладно, вот к этому голу вопросов, я думаю, Владика нет, но к первому, ладно, у меня тоже вопросы имеются, мы просто на финтике прошли и ударили в дальний, это не берется, это ФИФА, что поделать, такое не берется. Так, он берет бонусный мяч. Мы его отбираем благополучно. Отбираем.
И бежим Решфордом, Решфордом бежим, бежим Решфордом, бежим Решфордом. И туда, ай, Головин, блядь, мог бонусным мячом забивать. Бонусным мячом мог Головин забивать. Я не знаю, прошло 10 минут или нет, но, блядь, Головин такой момент опустил. Так, ну он забивает, но я думаю, это не бонусный гол, потому что уже точно 10 минут прошло. Ай, блядь, ну как Головин-то не забил? Как он не забил-то гол, блин? Так, бля, мы не успели, короче, забить. Ладно, 2-1. Я сейчас точно посмотрю, есть ли бонусный гол, на какой минуте он это сделал. От статистики не уйти, нас отъебали, по факту. Но Головин, блядь, должен был забивать. Ладно, давайте посмотрим, есть ли там гол бонусным. И потом уже будем смотреть итоги. Я захожу в FIFA, но это не важно. Короче, я пересмотрел, и в итоге что? В итоге у меня заслуженные или нет 3 очка. Владик забил гол. Не хватило вообще считанные минуты игровые, чтобы он забил бонус. Он забил, по факту нет, но его гол считается только за один. Потому что он взял этот свой бонусный мяч на 79-й минуте 46-й секунде. Будем это считать, тоже учитывать. А забил гол он на 90 плюс 2-й. Типа там в теории 92-я где-то минута была, потому что где-то уже ближе к центру там... Короче, судья уже поставил, там добавил 2 минуты. Он успел пробежать, но это не суть. У нас, короче, если он там, блядь, возьмет на 80-й и он бы забил, тогда да, тогда я бы засчитал этот бонусный гол. Позару нет, но он взял на 79-й, 46-й. Это уже, ну, не по правилам, типа, гол забит. Хотя могло быть красиво. Это вроде как будет, был бы первым бонусным голом на турнире. И Владик мог сделать красиво. Но, к сожалению, для него я выигрываю. Я получаю 3 очка. Не знаю, на какую позицию я сейчас выхожу. Вы можете посмотреть со стороны Марко, особенно на реакцию на первый гол. Но можно и на второй, как я его отъебал без шансов. Это тоже можно посмотреть. Всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравился этот видеоролик, то можете поставить лайк. Те, кто здесь впервые, можете подписаться на канал. Ну а с вами был я, Артвас. Всем удачи, всем пока.